Когда теряет равновесие твое сознание усталое, когда ступенькой этой лестницы уходит из-под ног, как палуба, когда плюет на человечество твое больное одиночество, ты можешь размышлять о вечности и сомневаться в непорочности идеи, гипотез, восприятия произведений искусства и, кстати, самого зачатия Мадонны Сына Иисуса. Но лучше поклоняться данности с ее глубокими могилами, которые потом, за давностью, покажутся такими милыми. Да, лучше поклоняться данности с ее короткими дорогами, которые потом до странностей покажутся тебе широкими, покажутся большими, пыльными, усеянными компромиссами, покажутся большими крыльями, покажутся большими птицами. Да, лучше поклоняться данности с ее убогими мерилами, которые потом до крайности послужат для тебя перилами, хотя и не особо чистыми, удерживающими в равновесии твои хромающие истины на этой выщербленной лестнице.